Кандидат партии социалистов на пост примара столицы Иван Чебан утверждает, что ему и кандидату блока АКУМ на ту же должность Андрею Настасе нечего делить с политической точки зрения. Они вместе должны решать только проблемы Кишинева. По словам Чебана, независимо от того, кто будет избран во втором туре 3 ноября, в Кишиневе есть неотложные проблемы, которые необходимо решать как можно скорее. Чебан также отметил, что независимо от результатов голосования во втором туре, другого более быстрого и эффективного решения, чем создание коалиции по образцу парламента, не существует. «У нас 22 советника из 51, у нас самый высокий балл. Блок АКУМ имеет 19. Итак, математически сегодня у нас более 40 мандатов, и мы можем сделать так, чтобы все двигалось очень быстро», – сказал Иван Чебан. Кандидат ПСРМ убежден, что сценарий, предложенный им, будет принят, потому что другого решения нет.